четверг, 14 мая, в Самарской области ожидается пасмурная и облачная погода. Практически везде пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 17 градусов, ночью 8-9 выше 0. В Сызрани облачно, осадки в виде дождя, днем плюс 16 градусов, ночью плюс 9. Ветер восточный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, дождь, днем плюс 15, ночью 8 градусов выше 0, юго-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь, дневная температура 16 градусов тепла, ночью плюс 9. Ветер восточного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.